Пришел ваш муж? Что произошло? Как я здесь оказалась? Дженнифер, тебя сбила машина, и ты ушиблась головой. Ты меня не помнишь? А как тебя зовут? Я Рассел. Приятно познакомиться. Какая красота. Моя семья давно владеет домом. Так тихо. Ну, еще бы. До ближайших соседей миля. Всего миля? Да. Это детектив Пейдж. Я бы хотел поговорить с вашей женой. Она сможет приехать в участок завтра в 11? Что будет в 11? Я слышала твой разговор. Звонили из офиса. Спрашивали, когда я выйду на работу. Рассел? На улице кто-то есть! Я сегодня поеду в город. Справишься одна? Все хорошо. Мне просто надо освоиться. Может быть, это освежит мою память. Не переусердствуй. У Дженнифер не было при себе документов. Как Рассел подтвердил, что он ее муж. Врач записал, что он принес семейные фотографии. Вот эта парочка. Дженнифер и Рассел? Если это Рассел, то это кто? Что ты сделал с моим мужем? Это не несчастный случай. Я хотел только одного, чтобы ты меня полюбила. Тайная одержимость.